Что еще можно делать в воскресный вечер, как не идти за мхом под тополем? Такой классный домик в лесу, да? Таюсь, направо туда поворачивай. Лесной домик. А вот наш лесок. Тачка, тебе как раз шишки надо. Тебе для поделок шишки надо набрать. Как удачно мы зашли. Главное, чтобы мы его не потеряли. Да никуда он не денется. Главное, чтобы мох был не сухой. Он такой суховатый, но приемлемо. Давно не было никакого дождя. Сейчас вот здесь натрамбуем, потому что вот этот контейнер вообще ни о чем. Прям вместе с этими иголками. Вроде ничего. Вот такой контейнер я набрала. Потому что как-то не выбраться мне было в последнее время. Посмотрите, какая тут красота. И белку видела, не успела снять. Белка так близко-близко подпрыгнула. Думала, я ей что-нибудь принесла. Нет, я только беру. Я ничего не несу, да? Вот я честно, я его беру, срываю вот так вот. Вот, вот как он есть. И прям так сажаю. Вот сейчас прям приду, посажу максимум. Вот сколько раз я уже вот в этом лесу набирала. Максимум, что может быть, это какие-то паучки. И все. Ничего такого, только всякое полезное. Вон сверху тут эти иголочки, видите? Всякое такое. Такой суховатый, но ничего, нормальный. Не знаю, никого не приносила я такого из леса, кто бы мне сожрал бы мою коллекцию. Мне кажется, тут только хорошие водятся звери. Но, во всяком случае, уже весь сезон я вот так собираю, прям так вот сажаю, прям с этими штуками. И все нормально. В общем, такая прогулочка у меня получилась. Он еще пакет набрала в подарок. И пойду домой. Вот такая красота. Наконец-то у нас здесь асфальт сделали уже почти во всем поселке. И можно прям вообще так цивилизованно. Вон, видите, какие у меня тут пакеты, гулять. Классно. Да вот на самом деле, может, и микориза. А потому что здесь я просто несколько слоев его сделала. Вот. Вот видите? Вот что это? Вот типа какой-то, как будто бы на первый взгляд какая-то плесень. Но я уже сколько в этот мох сажаю, вот в этот мой с этого леса, и все прекрасно. То есть никаких нету там заболеваний, еще чего-то, не знаю. Очень хорошо прям вырастают туда с такой силой эти корни, прям туда вгрызаются в этот мох. Он очень классный. Да, здесь какие-то вот мошки, видите, непонятные какие-то, как будто бы ползают, даже я их вижу. Но я буду бороться с этим по мере поступления проблемы. То есть смысл заранее убивать. Вот видите, какие-то. Вот смысл заранее кого-то тут, ну, чем-то обрабатывать. Своя микрофлора. Ну, таких, конечно, я поубиваю. Такие явно, которые пересмотрю еще раз и все. И прям посажу. Вот у меня тут претендент на посадку. Видите, здесь у меня заправлены корни воздушные. И я так побаиваюсь поливать, потому что можно, чтобы, ну, они схлопнутся. Мне не хватило в эту посадку мха. Как раз из-за этого я и ходила. Отодвину несколько коринок и посажу. Это вот эта красота от Оксаны Агаповой. Я ее уже пересадила. Она продолжает тут цвести. Но мне не хватило емха. Сейчас вот буду мох сюда добавлять. Вот новый листик вырос. Здесь у нее были отеки, но ничего страшного. Это, я думаю, что, скорее всего, из-за того, что она была в какой-то момент пересушена. Вот она, когда она в отпуск уезжает.
Так что ничего, все нормально. Свежий листик без отеков, все прекрасно. Уже пересажено. И все еще цветет. Вот добавлю ЕМХ еще сейчас для полного счастья.